В Тверской области продолжается вакцинация жителей от коронавирусной инфекции. На данный момент прививку сделало 51 тысяча человек. Это более 90% от общего количества вакцины, поступившей в Верхней Волжье. Среди тех, кто прививается, и студенты медицинского колледжа. Для Софьи Журавлевой медицина – фамильное дело. Все члены ее семьи – это люди в белых халатах. В медколледже она учится на сестринское дело. Причем студентка уже успела хорошо узнать, и что такое практика. В больнице, в поликлинике и заменяли тех медработников, которые экстренно были направлены в госпитали. Поэтому нам пришлось вплотную столкнуться с коронавирусом, и также мы помогали и в поликлиниках, и в больницах активно. Вместе с Софьей сестринскому делу учится и Дарья Баркова. Она также оказалась на переднем крае борьбы с коронавирусом и отлично понимает важность вакцинации. Был риск тоже заразиться, как и нам, и если бы мы заразились, то заразили бы и других. Вот. И, соответственно, надо было устранять эту проблему, а массовая вакцинация – это выход, соответственно, чтобы люди не заражались и, в первую очередь, не заражали других. В целом, Тверской медколледж активно включился в вакцинацию. В первую очередь студенты 3-го, 4-го, а также 5-го курсов. 370 несовершеннолетних студентов, для которых требуется, конечно, согласие родителей, да? Поэтому совершеннолетних получается порядка 700 человек. Из них работающих в госпиталях у нас было более 70 человек. И работающих в поликлиниках. Поэтому особенно активно прививаются те, кто сейчас работают. К лету в колледже планируют привить всех студентов и преподавателей, которые согласятся на вакцинацию. Она у нас, как известно, дело добровольное.